Каждый год коммунальщики сталкиваются с одной и той же проблемой. Весной она заключается в уборке снега и его вывозе за пределы города. И если центральные дороги чистят хорошо, то во дворы бывает попросту невозможно заехать. Недовольны жители тем, что снежные завалы месяцами не вывозятся с обочин. С одной из таких проблем в редакцию нашего телеканала обратился житель поселка Мирный. Теплая погода все больше напоминает о начале весны. На дорогах появляются лужи, а на обочинах снежные сугробы. Встречаются они как в частном секторе, так и в центре города. Где-то белоснежные, а где-то вперемешку с песком. Да только радости у местных жителей не вызывают ни те, ни другие. Снег со временем начнет таять и превратиться в грязную кашу, по которой нельзя будет ни пройти, ни проехать. Обеспокоены этой проблемой в том числе и жители поселка Мирный. За всю зиму снег ни разу не вывозился. И, соответственно, снег тает сейчас. Вот сегодня буквально утром только трактор прочистил, а так была дорога практически непроездная. Ну а для пешеходов тем более тут было не пройти. Дорогу прочищают, к этому вопросов нет. Но снег не вывозится, и, соответственно, сейчас весна даст свою воду, так скажем. Дороги чистят, а снег, складируемый вдоль дороги или у заборов частных домов, своевременно не вывозится. У коммунальщиков не хватает на это техники, а у местных жителей терпения. Проблемы действительно есть. Это в первую очередь касается частного сектора, потому что большинство территорий частного сектора – это проезды. То есть дороги той категории, которые, к сожалению, у эксплуатирующей организации руки доходят в последнюю очередь, потому что в первую очередь необходимо обеспечить нормативное состояние дорожной сети. И те объемы снега, которые были собраны и складированы на территории, создают проблемы для жителей. Они будут в любом случае вывезены. Значит, в настоящий момент работы на этой неделе по вывозу начались. Снег, который трактора сгребают в кучи, необходимо вывозить на свалку. По словам Виталия Кожевина, с учетом того расстояния, на которое снег необходимо доставлять, и количество единиц спецтехники, для учреждения это нереально. У нас территория от территории города от Налимара-Вилладжа, соответственно, до Кармановки, она подлежит очистке в большей части улиц ежедневно, то здесь мы просто каждый раз просим жителей немного потерпеть, как бы это ни звучало, конечно, но сил и средств хватит, чтобы все убрать. Но временные трудности с учетом погоды, они каждый год, каждую зиму нас заставляют тоже немного нервничать. По всем интересующим вас вопросам относительно уборки снега можно обратиться по телефону единой диспетчерской службы 8-911-652-35-56. Диспетчер примет ваше обращение или перенаправит вас в управляющую компанию, в том случае, если интересующая вас территория не подведомственна чистому городу. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».